Подходит к концу второй круг чемпионата города по футболу. В очередном матче сошлись «Энергия», в состав которой вошли игроки обеспечения «Рфяцвнеф» и «Арсенал». Эти две команды – давние соперники. Сейчас они находятся в середине турнирной таблицы чемпионата. И в ту и другую сторону есть и острые атаки, и хорошие проходы, красивые комбинации. Судя по очкам, судя по таблице и игре, ни у нас, ни у соперника на данный момент нет шансов победить во второй группе. Сейчас «Энергия» испытывает проблемы с игроками. Есть травмированные, часть спортсменов разъехались в отпуска. Мало защитников, в основном на поле выходят нападающие. И здесь на помощь приходит поддержка и взаимовыручка. Это командная игра, как-то сложно. В одном матче один, в другом другой. То есть, ну, командой стараемся играть. В данном матче вот сейчас уже несколько раз вратарь отличился и спас команду от неминуемых голов. Двух, скажем так. После первого тайма счет на табло показывал безголевую ничью. Затем «Арсенал» забросил мяч в ворота соперника. Получив преимущество, игроки бросились в атаку с новыми силами. Пока низкая реализация моментов голевых, но моменты создаются. Я думаю, дальше нормально все будет. Дальше забьем, создадим, забьем еще. И победим в итоге. В результате матч закончился победой «Арсенала» со счетом 4-2. Сейчас команда занимает четвертую строчку турнирной таблицы чемпионата города. Игроки настроены бороться за призовое место. В этом году традиционный открытый чемпионат СРО по дартсу соберет спортсменов не только нашего города. На соревнования приедут участники из Мордовии, Пензенской области и Коврова. Не обойдется без игроков из Семенова, Балахны, Арзамаса, Нижнего Новгорода и Дзержинска. В честь нашего города будут защищать представители Федерации дартса, и шансы у команды СРО занять призовые места есть. В женском турнире довольно высокие. У нас женщины одни из самых сильнейших в области. У мужчины, конечно, шансов значительно меньше, если вот приедут все, кто планировал. Ну, хорошо, если в четвертьфинал попадем мужчины. Ну, в полуфинал это вообще будет здорово. Ну, чем хорошо дартс, такая игра, там все возможно. Участников ждет несколько испытаний, как в личном зачете, так и в командном. Вначале у нас уже традиционная в область, единственный, кто проводит пятиборье. Это там набор упражнений пяти, так как пятиборье. Вот. Потом личные турниры, мужской и женский. Соревнования пройдут 31 августа и 1 сентября, начало в 11 часов. Прийти поболеть за спортсменов приглашаются все желающие. Также все, кому уже исполнилось 14 лет, могут принять участие в турнире в качестве игроков. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». С 28 по 31 августа в стрелковом тире «Авангард» спортивной школы «ИКАР» состоится открытый чемпионат Нижегородской области по пулевой стрельбе. Участники будут соревноваться в точности стрельбы из мелкокалиберного и пневматического оружия. Кроме саровчан, в соревнованиях примут участие стрелки из Нижнего Новгорода и Коломны Московской области. В Нижегородской области открылся сезон охоты на пернатую дичь. До 15 ноября в регионе разрешается добыча водоплавающих птиц, болотно-луговой, степной и полевой дичи. В областном комитете госохотнадзора напоминают, что выходить на охоту в состоянии алкогольного и наркотического опьянения строго запрещено. В случае задержания нарушителей ждут не только штрафы, но и конфискация огнестрельного оружия. Саровчан приглашают принять участие в чемпионате города по ловле на донную удочку. Соревнования пройдут в воскресенье 1 сентября на правом берегу реки Сатис перед городской плотиной. Сбор и регистрация участников в месте проведения соревнований. Более подробную информацию можно узнать в официальной группе Саровской федерации рыболовного спорта ВКонтакте. Планка, приседания, тяга. Привычные упражнения для ребят из клуба по месту жительства «Здоровье». В этом году Центр внешкольной работы преобразовал традиционный летний лагерь в досуговую площадку «Летние дачи». Первые два месяца школьники занимались фитнесом, хореографией и изобразительным искусством. С конца июля дети посещают занятия вокалом и тренажерный зал. Ходят и на экскурсии. У них есть соревновательный процесс, конкурсы различные, то есть формы организации досуга абсолютно разные для того, чтобы ребятам было интересно. На летних дачах каждый сможет найти занятие по душе. В игровой комнате можно поиграть в теннис, бильярд, посмотреть мультики и фильмы. В тренажерном зале клуба «Здоровье» с детьми занимается тренер, который помогает составлять программу тренировок и контролирует выполнение упражнений. Кто приходит новенькие? Мы с ними занимаемся, полностью сопровождаем во время тренировки, показываем, как делать, соблюдение техники безопасности контролируем. Кто уже занимается более года, 2-3 года,
они уже более опытные и занимаются сами. Атлетическая гимнастика в центре внешкольной работы – хорошая возможность поддерживать физическую форму. Во время учебы Света занимается волейболом. Летние дачи позволяют ей оставаться в тонусе и доводить фигуру до идеала вне основных тренировок. Я занимаюсь волейболом и также хожу сюда, чтобы легче было на волейболе воспринимать нагрузки. Доставляет удовольствие сюда ходить, и то, что идешь домой, какая-то легкая усталость, и это как-то комфортно очень. Чтобы стать участником летних дач, нужно посещать центр внешкольной работы в учебное время. На летние забавы остался лишь один месяц. Досуговые площадки – это отличный шанс провести его с пользой. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Надеть шлем и спасательную каску и сесть за руль пожарной машины – заветная мечта почти каждого мальчишки. Для ребят из клуба «Вместе с мамой» она стала реальностью. Праздник детям подарили сотрудники пожарной части номер 7. Пригласив гостей на экскурсию, они не просто рассказали о своей работе, но и дали возможность ребятам почувствовать себя настоящими спасателями. Мне больше всего понравилось применять теплоотражающий костюм. В нем пожарные тушат дома при высокой температуре. Мне понравилось больше всего, как на меня одевали шлем. То есть понравилось, как мы осматривали машину, нам рассказывали о ней. Я узнала то, что пожарные тоже отдыхают. Раньше я думала, что у них нет комнаты отдыха. Еще также я узнала об оборудовании пожарной машины. Скучные лекции об опасности игры с огнем не работают, уверены сотрудники пожарной части. Дети должны своими глазами увидеть, как непроста служба спасателей. После таких экскурсий ребята, как правило, делают правильные выводы. Чтобы дети, наверное, стремились к чему-то, чтобы вести пропаганду, то есть у нас же есть такое направление, как пропаганда спасательного дела, чтобы они знали, как обращаться с огнем. И о последствиях, если они будут неправильно с ним обращаться. В завершении экскурсии сотрудники 7-й пожарной части показали ребятам, как работает спасатель в экстремальных условиях. А клуб «Вместе с мамой» готовит для своих участников новые увлекательные мероприятия. С программой занятий и экскурсий можно ознакомиться в группе ВКонтакте «Семейный клуб «Вместе с мамой». Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Четыре команды юниорской хоккейной лиги борются за звание лучших. Юбилейный турнир памяти Евгения Куницына много значит для саровских воспитанников. Евгений Константинович работал тренером-преподавателем в нашем городе с 1973 года и воспитал не одно поколение хоккеистов. На торжественном открытии его сын пожелал удачи спортсменам. Участникам желаю честной спортивной борьбы, почерпнуть для себя что-то новое в этом турнире в плане профессионализма, а зрителям насладиться красивым хоккеем. Первыми сыграли команды «Торпедо» и «Мордовия» со счетом 8-1 в пользу нижегородцев. Следующими соревновались хозяева и гости из Пензы. Матч «Сарова» против «Дизеля» получился захватывающим. Неожиданные атаки, точные броски и даже опасные столкновения. По словам тренера пензенской команды, в сезоне игры с «Саровом» будут сложными, и к ним стоит подготовиться основательно. Неплохая команда, хорошая. Мы в том году против них играли, амбициозные, отличные тренеры со своими амбициями. Я думаю, в сезоне будет тяжело с ними играть. Всю игру «Дизель» вел в счете и одержал победу 8-2. Для саровских хоккеистов матч был дебютным. По словам тренера, решающую роль сыграли недочеты в обороне, волнение и несыгранность воспитанников. Турнир – своеобразная подготовка для юных хоккеистов к сезону. Тренеры команд пристально наблюдают за игрой и отмечают для себя кандидатов в основной состав. Будем смотреть, как до ребят дошло, вот это все вот эти требования в игре. Для этого мы и проводим турнир, он предсезонный, чтобы войти в сезон уже, ну, более подготовленным. Впереди у саровской команды товарищеский матч с нижегородским «Торпедо». 14 и 15 сентября пройдут первые домашние игры первенства России юниорской хоккейной лиги.